Подключите мини-джойстик Pocket 2 DJI к универсальному разъему стабилизатора для управления движением стабилизатора или зумом, более быстрого управления стабилизатором и улучшения композиции. Снимите крышку с универсального разъема, установите мини-джойстик, нажмите кнопку питания и удерживайте ее для включения Pocket 2 DJI. Нажимайте кнопку переключения на джойстике для быстрого переключения между режимами стабилизатора. Следование — режим по умолчанию. Блокировка наклона — вид от первого лица. Нажмите кнопку переключения дважды для быстрого переключения между управлением движения стабилизатора и управлением зумом. При управлении движением стабилизатора вы можете использовать джойстик для управления осями поворота и наклона. При управлении зумом двигайте джойстик вверх или вниз для увеличения и уменьшения. Для изменения скорости зума или движения стабилизатора проведите по сенсорному экрану вниз, откройте меню быстрого доступа, коснитесь значка с шестеренкой, выберите аксессуары, а затем скорость джойстика. При наличии обновления прошивки установите мини-джойстик в универсальный разъем, и Pocket 2 DJI автоматически начнет установку последней версии прошивки. Не выключайте Pocket 2 DJI и не извлекайте мини-джойстик во время обновления прошивки. Ставьте лайк, если эта инструкция оказалась полезной для вас. Если вам нужна какая-либо поддержка с вашим оборудованием от DJI, просто напишите нам в Facebook Messenger. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр.